Вітаю в ефірі програма «МММС». З вами Юлія Лавренко. Це друга частина модного дівочого випуску. І сьогодні будемо говорити про модні дівочі зачіски. І вперше до нашої програми завітала майстер-перукар, майстер стильних зачісок Марина Ананченко. Давайте знайомитися. Марино, дуже рада вітати вперше в нашій програмі. Як ваш настрій? Настроєння дуже хороше, Юлечка. Здравствуйте. Теж дуже рада бути у вас в гостях. Марина Ананченко – перукар-стиліст. У б'юті-сфері вже 5 років. Марина – універсальний майстер, який вміє все. Складні стрижки, фарбування, зачіски. Дівчина постійно проходить навчання та підвищує свою кваліфікацію. 3 роки, як викладає зачіски та плетіння на базовому курсі в навчальній студії, в якій працює. У 2018 році Марина пройшла навчання в Парижі у Світовій академії перукарського мистецтва «Інтеркафю». У 2019 році посіла перше місце в міжнародному конкурсі «Vella Trend Vision» в номінації «Color Artist». Зі слів Марини, найбільше їй як майстру подобається підкреслювати індивідуальність кожного клієнта. П'ять років – це вже достатньо тривалий час, і за цей час ви навчилися вже і стригти, тобто ви і стрижки виконуєте складні, різної складності, і зачіски. Да, і стрижки, і окрашування, і прически. Вот. Ну, в основном то, что мне больше нравится, это направление, наверное, прически, потому что я уже 3 года как преподаю прически и плетение. Я знаю, что вы сегодня подготовили справжній сюрприз, потому что мы за кадром планували всего лишь одну зачіску продемонструвати, а сегодня Марина за кадром мені сказала, что продемонструє аж 3, и я так розумію, что це певні будуть кроки, тобто з однієї зачіски можна буде зробити іншу зачіску, ніби буде така платформа певна. Да, то есть я покажу 3 экспресс прически, то есть переходящие, то есть одна в другую. Класно, але ми ще повернемося до цього питання. А зараз я хочу запитати, саме вже якщо ми зустрілися, то поговоримо про стрижки, мабуть, так? Да, які, до речі, зараз тренди стрижок саме в цьому сезоні? Ну, в этом сезоне, в летнем сезоне, да, то есть уже очень актуальные, очень короткие стрижки пикси. Угу. Мое любимое, до речи. Да, а также такой популярности набрала челка, удлиненная челка, объемная челка. Вот. Правда, снова повертается на подиум да, челка? Да, некоторые даже еще называют ее отросшей челкой. Вот. И, конечно же, одна из популярных стрижек – это стрижка боб. Боб-каре, то есть удлиненный вариант, либо же классический вариант. Это тоже очень популярно в этом сезоне. Мне кажется, каре вообще никогда не выйдет из моды. Да, это как классика. Тенденции в окрашивании – это сейчас актуально все натуральное. То есть все техники окрашивания направлены на то, чтобы подчеркнуть естественную красоту девушек, да, то есть как бы какие-то блики создать, то есть в технике там балаяж, аэртач, это техники, которые сейчас более актуальны. Ну и, конечно же, натуральные волосы, можно сказать, и блонд, это тоже как классика, тоже всегда в моде. Тобто те, що ми спостерігали в минулому сезоні, дуже яскраві кольори, неонові, рожеве волосся, таке зелене, блакитне волосся, це вже відходить на другий план? Яркі оттінки немножко відходять на другий план, але все одно, якщо якби наблюдати за якимись модними показами, да, то якісь вот нотки яркого акцента теж все-таки присутствують, вони можуть бути, але теж дуже індивідуально. В основному, звісно, це натуральність. Якби вам запропонували от змінити зараз імідж, то яку б зачіску або стрижку ви обрали? Ну, скорее всего, если что касается меня, я бы, наверное, выбрала больше окрашивание, потому что с длиной мне комфортно, вот, и я бы хотела бы добавить каких-то, возможно, бликов в волосах, вот, да, что-нибудь такого, чтобы волосы такие были меланжевые, вот, это мне бы хотелось. Ну, я всегда говорю даже своим вот клиентам, что нужно в первую очередь как бы делать то со своей внешностью, что вы чувствуете, как бы, да, что я готова это как бы сделать. Догляд за волоссям взимку і влітку він трішки відрізняється. Що порекомендуєте придбати із засобів, що основне повинно бути в догляді за волоссям саме в такий вже в теплий період?
Самое первое, это должен быть у всех термозащита для волос. Mm-hmm. Термозащита, она может быть с увлажняющим эффектом и без увлажнения, да? То есть она увлажняет волосы, то есть, да, как бы идет такой уход. И самое главное, она защищает от горячего воздействия фена, плоек, а также очень удобно наносить даже когда мы выходим на улицу, на пляж, чтобы защищала от солнышка. А есть такие без зайвого аромата? Такие засоби. Да, сейчас очень актуальны вот, да, более натуральная косметика, да, есть несколько брендов, которые вот такие и бессульфатные линии, да, например, которые они не сильно відрізняються ароматом, да, так? Да. Отже, сьогодні ми демонструємо дівчатам різні зачіски, тобто це будуть укладки. А я покажу три самые такие популярные причёски этого лета. Это будет низкий хвост. Вот, который он будет переходить в такую необычную тугую косу. Вот, это будут легкие воздушные локоны, и эти локоны мы как бы, да, сделаем такую трансформацию в пучок. Марина, а как вы вважаете, ось саме ці зачіски, чи зможе повторити наша телеглядачка? Я думаю, что да, если потренироваться несколько раз, я думаю, что все можно сделать. Потрібно тренуватися і уважно зараз спостерігати, дивитися нашу програму, тому що Марина буде озвучувати головні етапи під час майстер-класу. Так? Так. Тоді розпочнемо? Да. Сейчас я покажу три самые популярные прически этого лета. И первая прическа – это будет низкий хвост. Первое, что мы должны сделать, это определиться с пробором. В этом сезоне очень актуальны проборы ровные, либо же на бок. Мария, как вам удобно с пробором? Я думаю, мне все-таки на бок. На бок. Хорошо, тогда Марии мы сделаем пробор тоже на бок. После того, как мы сделали наш пробор, я нанесу спрей, который пригладит немножко наши торчащие волосы и сделает наши волосы более гладкими. И будем делать наш низкий хвост. Лучше всего низкий хвост делать расческой из натуральной щетины. И зачесываем все волосы назад. Хорошо все расчесываем, чтобы все было у нас ровно и гладко. Когда я зачесала все волосы, я наношу еще один раз наш спрей, который добавит нам немножко блеска. И завязываем наш хвост не обычной резинкой, а я использую вот такие вот невидимки и канцелярскую резинку. Так наш хвост будет более крепким и аккуратным. После я могу нанести лак, чтобы тоже сгладить лишние волосы. Затем мы скрываем канцелярскую резинку. Выделяем прядь волос. Наношу на нее лак. И нам еще понадобится вот такая вот шпилька, которую мы вставим в резинку. И эту прядку мы делаем вокруг. Вот так вот аккуратно мы скрыли нашу резинку. И у нас получился вот такой вот низкий хвост, который очень популярен этим летом.
этого хвоста я сделаю тугое плетение. Мне понадобятся две силиконовые резинки. Здесь мы можем проплести либо обычную косу из трех, например, и оставить. Но я сделаю немножко интересное такое плетение. Тоже из двух прядей. И прядкой будем переплетать. Две большие пряди. И так мы проплетаем почти к середине нашего хвоста. После чего нужно зафиксировать силиконовой резиночкой. И также эту силиконовую резиночку мы скрываем пряди. И наносим лак для нашей фиксации, чтобы наша коса и наш хвост были крепкими. И вот такой вот у нас получился хвост с плетением. Первая прическа наша готова. Маш, как тебе такой вариант прически? Ой, мне очень нравится, очень удобная, универсальная прическа. Собранные волосы ничего не мешает и очень даже красиво. Да, я согласна. Это универсальная прическа, то есть она подойдет и под спортивный стиль, и на повседневное использование. Я думаю, даже на вечернюю образ можно использовать эту да, прическу. Она очень универсальная. И что самое главное, будет не жарко в летний период. Вторая наша прическа – это будут воздушные локоны. Перед накруткой я нанесу на волосы термозащиту. Мы немножко увлажним волосы и защитим от горячего воздействия утюга. Все, волосы мы защитили, теперь будем переходить к накрутке. Накрутку мы делаем на утюжок и выделяем первую прядь. Накрутка будет на утюжок, поэтому пряди должны быть не широкие, и каждый локон будет у нас смотреть в разные стороны. Я накручиваю локон, и кончик волос я немножко вытягиваю на утюг, чтобы он был ровный. И делаем следующий пробор. Передние пряди мы накручиваем от лица для большего объема.
После того, как мы накрутили все волосы в прикорневую зону, я нанесу сухой шампунь. Он нам добавит немножко объема, и наши локоны будут лучше держаться. Наносим непосредственно на прикорневую зону. После чего мы запрокидываем голову немножко назад и расчесываем все наши волосы. Мы хорошо расчесываем все волосы, чтобы добиться максимально натурального эффекта. После чего мы можем сделать пробор. Добавляю еще сухого шампуня в прикорневую зону. Когда объема нам достаточно, мы можем фиксировать лаком. Лак убираем всегда легкой фиксацией, чтобы наши пряди были живыми и не склеенными. И к этим локонам мы можем добавить маленькую косичку на стороне. И заплетаем маленькую косичку. После того, как мы заплели маленькую нашу косичку, мы можем ее прокрутить на утюг, чтобы она хорошо вписалась в наши локоны. И вот эту косичку мы прокручиваем. Наш второй образ готов. Такая легкая, воздушная и романтичная волна. И мы переходим к нашей третьей прическе. Это будет низкий пучок, он будет более легкий, и это такой же более вечерний вариант. И мы готовим волосы к пучку. Мы должны приподнять немножко нашу макушку, в этом нам поможет тоже сухой шампунь. Для нашей прически нам понадобятся невидимки и шпильки. И выделяем зону макушки. Мы берем не все волосы, а частично только нашу макушку. И прокручиваем небольшой жгут. Когда мы подкрутили, мы можем немножко достать какие-то прядки небольшие. И фиксируем невидимками. Подбираем волосы с нашего виска. У лица мы можем оставить легкие пряди для более легкого образа. И также все эти волосы мы прикручиваем в жгут. И фиксируем невидимками. После чего наши пряди мы можем зафиксировать легким лаком. И переходим к следующей стороне. После чего мы будем создавать наш нижний пучок из оставшихся волос. Для этого нам понадобятся маленькие силиконовые резинки. И все наши волосы мы делим на две части и скручиваем в легкий жгут. Прокручиваем две прядки в одну сторону,
а между собой они перекручиваются в другую. И так до конца нашего хвостика. И немножко мы достаем наши ребрышки, делаем наш хвост более воздушным. После этого мы можем уже зафиксировать резинками. И скручиваем небольшую ракушку. Мы все делаем постепенно. Мы скрутили, и мы должны зафиксировать шпилькой. Самое главное – это не убрать наш объем, потому что пучок должен получиться воздушным и легким. И докручиваем нашу эту сторону, вторую. У нас остается небольшой хвостик, который тоже мы должны спрятать вовнутрь. После того, как мы зафиксировали наш пучок, мы смотрим на его форму. Он должен быть небольшой и воздушный. Когда мне все уже нравится, только тогда я могу уже фиксировать лаком. Третий образ у нас готов. Такой романтичный нижний пучок. Наша третья прическа готова. У нас получился такой вечерний воздушный вариант, более романтичный. Вот, подойдет как и для фотосессий, и для походов в кафе. Вот, Маш, как тебе такой образ? Ой, получилось, конечно, очень нежно, очень красиво, а даже такой немного киношный, можно сказать, образ. Да, да, да. Например, «Гордость и предупреждение» даже немного можно провести параллель. Очень красиво. Действительно подходит и на съемку, и на какой-то вечерний выход, и к платью будет самое то. Да, и это такой более летний вариант, легкий, воздушный. Отже, зачіска для нашої Марії готова, і сьогодні Марина продемонструвала три таких зачіски. А Марина, як думаєте, вийшло те, що планували? Да, у нас все вийшло хорошо, і я надіюсь, що наші зрительниці це все зможуть повторити. Марина сьогодні продемонструвала такі зачіски, дуже актуальні у цьому сезоні, і можна просто передивитися програму, повторити, потренуватися і бути ексклюзивною для оточуючих, тому що насправді все, як сказала Марина мені за кадром, все можливо, якщо тренуватися. Тому сьогодні хочу ще раз вам подякувати за те, що завітали до нашої програми, за те, що продемонстрували цей надзвичайно красивий майстер-клас. А я, в свою чергу, бажаю вам прислухатися до нашої гості. Сьогодні до нас завітала професійний майстер-перукар, майстер стильних зачісок Марина Ананченко. Бажаю вам залишатися завжди красивими, унікальними і, головне, експериментувати. З вами була Юлія Лавренко і бажаю вам класної весни, класного літа і до наступної модної зустрічі. Пока-пока!